стартовал первый этап всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью». Каждый, кто располагает информацией о возможных фактах незаконного потребления и оборота наркотиков, может на условиях анонимности сообщить данные сведения по телефонам 02 или 27 50 20 21 17 69. Федеральная налоговая служба сообщает, что в прошедшем году в Пермском крае 73 тысячи человек получили статус «самозанятый», а больше 23 тысяч отказались от него. Чаще всего это делают прикамцы, которым он был нужен для непродолжительной подработки. Также причиной ухода от самозанятости может быть превышение лимитов годового дохода, который составляет всего 2 миллиона 400 тысяч рублей. С 1 апреля школы Прикамья начнут принимать заявления о зачислении детей в первые классы. До конца июня жители региона смогут подать заявку в школу по месту жительства. Сделать это можно тремя способами. Через портал госуслуги, лично в школе или заказным письмом. Преимущество права записи имеют дети военнослужащих, а также те, чьи братья и сестры уже посещают учебное заведение. В этом случае необходимо предоставить копию свидетельства о рождении.